Дядечка. Ну, демо-версии по моя всем хорошая. Предметам, в том числе моя любимая. Профильные, базовые, опубликованные на сайте Федерального института педагогических измерений с 1 сентября. Мало того, все участники экзамена, родители, учителя могли подать до 1 ноября свои пожелания и предложения по поводу в том числе и сложности. Ну, вообще на все предметы поступило только 103 предложения. Ну, что ты на меня не смотришь? На математику 9 замечательных предложений, среди которых... Это моя самая лучшая собака. Не говорилось. Ну, надо понимать, лучшая. На то она и профильная, и базовая. И думаешь, почему же мне не дают чтобы эта, сложность, кусочек мяса? В прошлом году мы столкнулись с ситуацией, когда были заявления родители учеников, что задания не соответствовали демоверсии. Когда проведен был анализ, конечно, многие... Молодец, ты моя красотка. Язычок покажи. И ждали, Адель, а улыбнись. Определенного уровня сложности. Адель. По той же именно тематике и на едином государственном экзамене. И как раз таки вот ну, та категория ребят, которые, которых молодец, говорим, которых все. Натаскивают, которые работают с репетиторами, они очень серьезно были ориентированы, ну и потерпели, Адель, улыбнись. Фиаско, ну, ладно, испытали все. Проблемы.